По какому праву вы нас остановили? Это пиратство. Не надо лишних слов, капитан. Вы такие же панамцы, как и я. Корабль советский. Следуйте за нами. В противном случае мы вас утопим. Я протестую. Одного из вас мы возьмем в заложники. Вы. Идите за мной. Почему я? Вы это позволяете? Думаю, мы с вами понимаем друг друга. Вы ответите по международным законам и оплатите все убытки, понесенные в результате вашего произвола. Конечно. Все-таки вы предпочтите пойти в первый финикийский порт, чем на дно. Не так ли, капитан? Сейчас я могу представиться вам. Лейтенант Шульц. Отлично, лейтенант. Мы слегка беспокоились за вас. Я тоже. Не знал, как поступить, но вы пришли вовремя. Вас раскрыли? Нет. Скорее подозревали. Думаю, мы пришли вовремя. Все внутрь, погружаемся. Меняем курс, меняем курс. Мы идем назад. Если бы мы сразу вернулись, они бы нас не догнали. Если бы вы ответите, ответим. Я не отдам Франка горючее, которое принадлежит республике. И не позволю брать людей в плен. Пусть топят нас. Советую вам следовать за подводной лодкой. Больше советов я не принимаю. Вы думаете, они последуют за нами, Шульц? Надеюсь. Хотя бы потому, что они фанатики. Капитан показался разумным. Известно ли вам, господин лейтенант, что взрослые люди умирают чаще, чем юные? Полный вперед. О,
трупов еще не все потеряно. Продолжим наш разговор через 10 минут. Следуйте за подводной лодкой. Давай, полный вперед. Следуют за нами. Им нелегко. Сожгут столько горючего. Следите неустанно за стелой Бланка. Если они поменяют курс, объявляйте тревогу. Что вас больше всего там замучило? Болгарский язык. Стелла Бланка следует нашим курсам. Всем хочется жить. Я не испытывал большего позора. Это не по уставу. Ты смеешься надо мной? Честное слово, капитан. Я люблю вас. И восхищаюсь с вами, как никем другим. Я должен тебя расстрелять. Прошу вас. Немного терпения. Когда все кончится, я позову вас продолжить праздновать ваш день рождения. Все-таки надо выпить за вашу гитару, лейтенант. Хорошо играете? Я думаю, можно сыграть, господин капитан. Какая ваша любимая мелодия, господин капитан? Выберите на свой вкус. Он расстроил мою гитару. Вы видели идиота с гитарой? Каких только идиотов я не видел, лейтенант. Сергей, ты самый лучший гитарист в мире. Да нет, я только расстраиваю гитары.
Право руля. Полный вперед. Над русской версией фильма работали: перевод Борис Тройков, редактирование Мара 46 Саша, корректура АСД 66. Текст читал Стал, сведение звука Стал. Фильм переведен и озвучен специально для проекта phoenixclub.com. Январь 2011 года. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда.